Но по ходу сезона мы заняли 2 первых места. На последнем турнире заняли 3-е место. Команда Кион у нас соперник. Хорошие ребята, сильная команда. В принципе, мы постоянно с ними в финале бодаемся. Настроены только на победу. Наша команда занимается волейболом уже достаточно далеко. Все любители, занимаемся, тренируемся, кто где может. На турнирах сыгрываемся. Всегда хорошее настроение. Волейбол – это очень дружественная, позитивная игра. После работы хорошо поиграть, зарядиться на всю неделю. Из-за этого возрастает производительность. Студенты учатся у нас в команде, благодаря нам лучше. Вот. Мы очень счастливы попасть в такой замечательный зал, вот, поиграть с хорошими соперниками. Ну и, конечно, хотим победить. Ну и в то же время пожелать удачи и противнику. По рейтингу получилось так, что мы заняли 1-е место, команда Тион – 2-е. Надеюсь, сегодня так все на своих местах и останется. Команде желаю удачи, а нам победы. Начинающих и корпоративных команд «Колос».
Вообще очень хотели выиграть, конечно, мы надеялись, что мы выиграем, и вот мы это сделали, мы очень рады. Мы все переживали, волновались в начале игры, а потом как-то азарт нас захватил, и мы, собственно, начали играть хорошо. Все очень хорошо друг друга поддерживали, даже если что-то не получалось, команда друг друга поддерживала, мы справились. Мы испугались в зале, в таком никогда не играли. Покрытие совсем другое, даже разбегаться уже совсем по-другому. Но у них комбинационная игра и быстрая игра помогла. Ну, они более уверенно чувствовали, видно, что ребята в этом зале не первый раз.